Василий Галактионович Шелест родился 3 июля 1923 года в селе Орловка Амурской области в семье крестьянина. В 1930 году вместе с родителями переехал в Хабаровск. Окончил 7 классов и фабрично-заводское училище. Работал слесарем, затем токарем на Хабаровском заводе «Дальдизель». В действующей армии с августа 1943 года. В боях на левом берегу Днепра 23 сентября 1943 года из-за освобождения деревень Красный Кут и Решетки Киевской области пулеметным огнем уничтожил до взвода автоматчиков две пулеметные точки противника, тем самым обеспечил передвижение нашей пехоты. Под сильным артиллерийским, минометным и ружейным огнем первым со своим взводом переправился на правый берег реки Днепр, сумел на нем закрепиться и огнем своих пулеметов прикрывал переправу своей части. Противник крупными силами автоматчиков при поддержке авиации, артиллерии и минометов ежедневно по 3-4 раза бросался в яростные контратаки с целью сбросить наши части в реку Днепр. Василий Шелест каждый раз отбивал эти атаки, отбрасывая противника на прежние рубежи. 3 октября 1943 года в деревне Григоровка Киевской области противник после артобстрела наших позиций бросился в яростную контратаку. Превосходящие силы противника наседали на взвод Василия Шелеста. Был выведен из строя наводчик пулеметного расчета. Василий Шелест сам лег за пулемет и уничтожил до 30 солдат и офицеров, остальных обратил в бегство. Но вражеская мина оборвала жизнь бесстрашного командира. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии младшему лейтенанту Шелесту Василию Галактионовичу присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».